Всем привет! Я знаю, что вы заметили перебои с видео в закупках, потому что сейчас неудобно снимать. У нас делают отопление, каждый день дома рабочие, и часто получается, что в магазин мы едем вечером. Неудобно, поэтому прошу принять, понять и простить. Видео будут выходить, когда они будут выходить, пока у нас большая суматоха в жизни. Суматоха и видео будет, к сожалению, получаться. Самое главное, с чего хочу начать, самая супер-супер классная акция, которая проходит в Германии ежегодно. 6 декабря в Германии празднуется Николаус Таг. В этот день детки начищают свои сапожки, выставляют их за дверь, и Николаус их наполняет сладостями. И многие магазины принимают участие в этой акции. Для этого нужно в магазине взять готовые шаблоны, это абсолютно бесплатно. Разрисовать их, украсить, подписать и отнести обратно в магазин. После чего 6 декабря забрать наполненные сладостями сапожки. За это не надо платить, но акция ограничена, ограничено количество шаблонов, поэтому кто успел, тот и получил. Какие магазины принимают участие? Markt Kauf, магазин Эдека тоже участвуют, филиалы магазина НП тоже принимают участие, насколько я знаю. Магазин Реве, буквально вот сегодня, сейчас мы взяли в магазине Реве сапожки тоже, да, они туда только завезли, в магазин Рева только завезли сапожки, а в магазине Эдека их уже разобрали и шаблонов больше нет. Это тоже очень важно понимать, да, у нас уже какие-то готовы, ну, их, соответственно, нужно собрать, да, сформировать из них сапожок, ну, это, в принципе, я думаю, понятно, да, не нужно еще раз это отдельно объяснять, собирается сапожок. Так он выглядит, сюда накладываются сладости. Я обязательно вам покажу после 6 декабря, в каких магазинах что дали, потому что это тоже отличается от города к городу, от земли к земле. И сапожки в магазине Kaufland. Kaufland в этой акции, как правило, не всегда, но, как правило, самые щедрые. Они пакуют не только сладости, но и игрушки. Иногда. Не всегда, не все филиалы, но вы знаете. Смотрите, такие шаблоны большие в Kaufland. Здесь нужно даже вырезать и склеивать. До 28 ноября принести собранный сапожок и со 2 по 5 декабря забрать. Нет, он будет со 2 по 5 заполнен и можно снова его забрать. Супер! В общем, дети до 13 лет могут участвовать, если я не ошибаюсь, тоже от магазина к магазину могут отличаться, так что у нас оба сына еще проходят. Сапоги набрали, выходным есть чем заняться. Теперь к закупкам. Давайте перейдем. Были в магазине Kaufland, как вы уже поняли. Там мы взяли перчатки для огорода, да. Очень интересные. Сначала, ну, у меня муж взял, говорит, интересно, для чего такие. Я говорю, ну, проще всего у меня постоянно, когда я работала на даче в перчатках, у меня они рвались, где ногти, да, потому что там, понятно, и в связи с острым. Так интересно, такие ноготочки. С другой стороны, возможно, когда сажаешь что-то, да, не использовать отдельный инструмент, например, там, для отверстий, а перчатки. Может быть, так... я не знаю, напишите, да, кто знает, у нас только предположение. В общем, взяли перчатки, мы взяли две пары, цена у них, потому что очень классная, всего 50 центов. Да, 2,50 оригинальные, по скидке они были за 50, это прям классно. Поэтому мы сразу их сцапали. Взяли конфетки Рикола, кстати, мы до этого уже тоже покупали, но все, забываем мужу в машину закинуть, он в машину хотел. И смотрите, опять домой занесли. Ох, что взяли там еще? Взяли бургеры. Бургеры я ребятам с собой делаю, да, мужу на работу, сыну на учебу. Им нравится, и в Kaufland были по акции. Поэтому сцапали 3 упаковки, согласно сроку годности, да, чтобы успеть их употребить до того, как он выйдет. И взяли шоколад Шагетен. И картофельную смесь для картофельных драников за 36 центов. Сейчас сразу на обед тоже, соответственно, приготовим. И еще одна шоколадка. Смотрим цены. Шоколад Шагетен по 69 центов. Перчатки по 50 центов, как я и сказала. 1,75 конфетки. Здесь 30 центов вернется нам в приложении Market Guru. Регистрируйтесь. Вот с этим кодом получаете 1 евро на счет и возвращаете деньги за покупки. 36 центов стоит смесь для драников, да, 1,43 была оригинальная цена. 1,89 бургеры
одинаково, да, с говядиной и со свининой, без разницы. 10-16 заплатили в магазине Kaufland. Еще заехали в русский магазин, набрали майонеза. Мы теперь живем немножко подальше, поэтому нам удобнее сразу взять много. Майонез стоит, конечно, бешеных денег уже совсем. 2,50 за упаковку. Упаковка всего лишь 380 грамм, да, то есть как бы, да, небольшая, то есть это маленькая упаковка. Но куда деваться, это единственный продукт, от которого мы не можем отказаться. Единственный русский продукт, который не нравится нам, в альтернативе с немецким. Взяли мы целых 10 пачек на 25 евро, мы набрали майонез. Глазированные сырки брать не стали, зато взяли хрен, столовый хрен красно-свекольный. Попробуем, не брали, интересно, стоит 1,80. Ценники поклеили, кстати, немножко стало удобнее. Где были еще? Были в магазине Action. Набрали в кои-то веки снеки для меня. Я такую гадость обычно не ем, но это я любя говорю гадость, да? Но вот эти чио с паприкой мне очень нравятся. Это кукурузные, да, это не картофельные, это кукурузные, ну, типа чипсы, да, скажем так, снеки. Они очень вкусные, мне нравятся и продаются... Я встречаю их только в магазине Action. Поэтому взяли там. Что взяли там еще? Взяли лампочку в машину. Не стали брать дорогие от Philips. Взяли дешевые в Action, чтобы не тратиться лишние деньги. Взяли мужу мне мастерить. Это типа ну, конструктор, да, 3D-пазл здесь называется. Из дерева можно собрать часы. Ну, и они как часы механические будут... стоять, работать именно с функцией часов. Ну и для детей, естественно, тоже. Для старшего взяли пояс, чтобы он тоже его собрал. Ну, интересно развиваться, развлекаться. Опять же, это все у нас Рождество, каникулы. Надо будет заниматься чем-то. Взяли сыну младшему пятерку. Это шарик воздушный на день рождения. И взяли баллон газа для воздушных шариков. Здесь написано, что примерно 30 шариков диаметром 23 сантиметра можно надуть с помощью этого баллона. Самая хорошая цена именно в Action на эти вещи. А именно, цены. 22,95 стоит баллон. В основном они 30-40 евро где-то стоят в других магазинах. 3,79 это лампочки в машину. 1,19 снеки от Чио. 1,69 было еще мяско. 20 грамм вяленое. Мужу взяла, он его очень любит. 89 центов цифра, которая воздушный шарик, 3,99 поезд и 6,95 часы. 43,83 заплатили в магазине Action. Следующий пункт наших закупок – это магазин Teddy. Взяла еще такие крючочки, чтобы вешать рождественский декор. Чтобы не приклеивать обязательно, да. Так. Собаке взяла игрушку со звуком. 2,55 по скидке, стоило 5 евро, никаких минусов у нее нет, нигде она не порвана. Взяла, чтобы всегда было чем развлекаться ей. За 1 евро взяла бечевку, я не помню, где моя, не могу найти, поэтому думаю, быстрее будет купить. Скотч, потому что упаковывать подарки без этого никуда, тоже 1 евро. И еще одна игрушка, мячик за 1 евро. Вместо двух скидка – это мячик, куда вкусняшки прятать. И собака, играя с мячиком, должна эти вкусняшки доставать. Попробуем, насколько будет интересно нашей Луне. И взяла деревяшки. Сейчас покажу, зачем. За 3 евро здесь у нас 6 спилов дерева. Долго выбирали, очень плохое качество. Перебрали все и выбрали всего 2 набора, хотя мне нужно минимум 3. Ну, ладно. Так тоже неплохо. Муж сказал, разберемся, может быть, где-то еще... Получится найти. Я покупала в Росман. В Росман они стоят дороже, тоже сейчас все покажу. И один у меня по дороге развязался. В общем, тоже смотрите. 6 штучек, да. Те же 3 евро. Это у нас магазин Teddy. Цены я вам все назвала, поэтому просто покажу. Да, 12,55 заплатили там. Смотрите, в Росман гораздо лучшее качество. Они больше, правда, по размеру, да, в сравнении с магазином Teddy. И стоят всего 4 спила, стоят 5 евро. Всего 4 спила, не всего 5 евро, да, достаточно дорого, даже если учитывать скидку, да, то 4,50 это будет стоить. Зачем они мне нужны? Рождество для меня это такая пора, когда у меня творчество просыпается, вдохновение куча, и я рисую.
Этот год не исключение. И я решила делать новые игрушки на елку, да, это будут не шарики, а деревянные спилы. Я разукрашу еще, конечно, я вообще не особо люблю показывать полуготовые варианты, да, но сразу объясню, чтобы вы не спрашивали, для чего деревяшечки. Напишите, какой рисунок вам нравится больше всего. И почему хочу много? Я хочу коллегам на работе сделать подарки, да, то есть я вручную разрисую деревяшки, муж мне сделает отверстие. Я вставлю в это отверстие бечевку, и будут игрушки на елку ручной работы, оригинальные, которых ни у кого нет и никогда не будет, потому что, как известно, ручную работу невозможно повторить идентично два раза. Я очень трепетно ко всему этому отношусь. Кстати, да, как вам? Как вам вообще вариант такого подарка? Может быть, оно и не так интересно будет другим. Последним пунктом в наших разъездах стал магазин Эдека. Там купили печеньки. Вкусные, зашли они нам маленькие с начинкой. Они немножко с эффектом семечек уходят очень быстро. Поэтому взяли сразу две пачки. Там тоже купили хрен. Немецкий хрен тоже вкусный. Особенно из Шпрейвальд. Вот не вот этот, а маленькие такие баночки. Мы тоже как-то покупали, он прям шикарный. И взяли красную капусту с яблоком. Большую продуктовую закупку я, к сожалению, не сняла. Но скажу, мы купили мясо для гриля. Будем грилить, и поэтому... Взяла еще капусту, мы очень любим эту капусту, когда грилим. И сейчас в Эдека, в сети магазинов, да, то есть Маркетхауф, НП, все участвуют, есть классная акция. Трое пункты нужно собирать наклеечки за каждую покупку. Думаю, вы так или иначе слышали уже, вот смотрите, магазины, которые принимают участие, и покупать сковородки по хорошей цене. У нас новая плита индукционная, и часть старых сковородок у нас выбывает. Использование, поэтому нам нужно пополнить запасы, скажем так. Нужна теперь посуда, которая подходит для индукционной плиты. Мы взяли кастрюльку диаметром 20 сантиметров. Такую, да? Ну, она классная, она и для посудомойки подходит, и для огня, и для обычной плиты, и для индукционной. В чем суть? Нужно собрать 15 наклеек, 20, если нет карты Deutschland Card, и со скидкой взять посуду. Смотрите, вот они цены. Старые, новые, сковородки, кастрюльки, крышки. Мы планируем много взять из этой серии. Что взяли сегодня? Взяли кастрюльку, взяли сковородку и к ней подходящую крышку. Да, то есть это вот будет вот так. Вроде все показала. Отдельными чеками брала, потому что продавец каждый раз мне отрывала новые наклейки. 30 евро стоит кастрюлька. Сейчас, если я вам не напутаю. Ну, вы в журнальчике можете рассмотреть цены. 14 пунктов на карту Deutschland Card здесь. Основной чек 1,79 стоит капуста, по 1,19 печенье, 25 евро сковорода. Да, все правильно. И 1,19 хрен. 30-35 заплатили здесь. И 30 пунктов получили на карту Deutschland Card. И крышка стоит 8,99, и здесь 4 пункта на карту Deutschland Card. Сегодня мы были в магазине Эдека и сделали довольно-таки большую закупку. Купили маленькие помидорки, огурцы, которые вернулись к своей зимней цене 1,29. Надеюсь, сильно далеко она ускакивать не будет. Ну, то есть, если буквально пару недель назад брали за 40 центов огурцы, то теперь 1,29. Ну, куда деваться. Взяли... звездочки с корицей. Я их очень люблю. Это одна из самых любимых моих рождественских сладостей. Пора бы уже брать. Взяли рыбку 2,44 со скидкой. Скидка небольшая совсем, конечно. 30%, да? Но, ну, почему нет? Почему бы и не взять? А вот на мясо скидка 50%. Это свинина полкилограмма. И цапнули еще маршмеллоу. Мы до этого тоже брали. За 1 евро для гриля классные. Ну, то есть мы летом брали их без скидки, они, в принципе, вкусные, но по скидке брали на той неделе, и еще осталась пачка в магазине, забрали ее тоже. Паприка, 4 штучки, полкилограмма. У нас сегодня овощи, фрукты. Малина, тоже со скидкой 30%, я посмотрела, ягодка хорошая, поэтому тоже взяла. Марципан. Это любимая рождественская сладость моего мужа. Ему и купили. Кстати, на этой неделе в магазине Эдека, Маркетхауф, НП, Наугуд
скидка 10% на все рождественские сладости. Взяли хлеб. Это я буду есть на завтрак вместо тостерного хлеба. Тоже скидочка 50%. И взяла еще такой Виталь хлеб, да, потому что он с зернышками. Прям тоже мне захотелось, скидочка тоже 50%. Цену сейчас я вам в чеке все покажу, озвучу. Конечно же, взяли бананов. И теперь, я думаю, у нас в каждой закупке будет обязательно хурма. Хурмы взяли 6 штук. Еще снова взяли картошку по 2,5 килограмма. И на этот раз взяли целых 2 мешка. Потому что в приложении Market Guru скидка 40 центов с каждого будет обратно. Картошку так и так едим, покупать. Поэтому почему бы сразу не взять больше, чтобы немножко сэкономить. И масло Летто. Оригинально его, в принципе, хоть намазывать, хоть для выпечки можно использовать. И сыр. Тильзитер тоже к завтраку. Закупка большая, да не до большая. 1,69 стоит хлеб, который тостерный, да, скидка 50%. Нет, наоборот, это который черный. И вот этот второй тостерный зерновой также стоит, в принципе, без разницы. 1,69. 1,99 стоили маршмеллоу. На них скидка 50%. За 1 евро они нам вышли. 4,49 стоило у нас мяско. Обошлось оно нам с 50% скидкой. Рыбка, смотрите, тоже 2,44. В принципе, я это вам уже сказала, да? Малина 2,69. Конечно, грабеж. Оригинальная цена. 2,49 за каждый мешок картошки, получается 1 евро за килограмм. Помидорки 1,99. 2,29 это вот эти звездочки. На них скидка 10%, как я уже сказала, на марципанке 99 центов, они стоят обычно. Бананы 1,29 за килограмм, взяли почти 2 килограмма. Паприка 1,79, сыр 2,79, там 400 грамм, я не сказала. Летто по 1 евро 11 центов, огурчики по 1,29 за каждый. Хурма 39 центов за штучку, использовала умножение пунктов, 33,43 заплатила. И 60 пунктов получила на карту Deutschland Card. И отнесли туда сапожки. На кухне работают рабочие, делают отопление, поэтому немножко другой фон. Странное освещение у меня такие, белые-белые руки. Но это не самое главное. Самое главное показать вам, что я купила. Я была в Росмо. Взяла там смесь орехов и фруктов. Взяла рисовые вафли. У меня в магазине бытовой химии продуктовые товары набрала. Еще тоже смесь орешков с изюмом. И третья пачка еще. Да, вот она. Кешью и клюква. Давно не брала орехов. Думаю, что не помешают. Взяла киткат. Две пачки. Я сегодня буду заполнять для адвент-календари детям. На всякий случай добрала еще сладости, чтобы точно хватило. Огурцы. Огурцы не просто, но огурцы из Lidl. Я разделила пакеты, да, в одном у меня продуктовые товары, в другом не продуктовые, поэтому, чтобы вы не путались, цену все равно покажу. Я знаю, что мы вчера в Эдаке взяли уже 2 огурца, да, но в Lidl цена хорошая с приложением Lidl Plus, поэтому взяла еще 3, в принципе, хуже не будет. В Росман взяла чай, с чаем совсем удобно, 20% скидка на этой неделе в Росман, 10% скидка из приложения и 40 центов с каждой пачки еще в приложении Market Guru. То есть чай прям по классной цене тоже получается. Ментос цапнула тоже в Росман, это в календаре в Адвент. Это тоже все из Росман. Это фруктовые батончики детские без добавления сахара. Это или сыну в садик, или тоже они будут у меня в календарь. Посмотрю, если вдруг будет еще необходимость, то, по-моему, мне уже должно всего хватать. В любом случае, взяла эти маленькие вкусняшки. Они полезные, им всегда дети радуются. Бесплатный йогурт из приложения Lidl Plus. Там же в Lidl взяла паштет. Хочу быстренько вам все показать. Колбасу. Сосиски взяла. Снекис. Вы знаете, мы их часто покупаем домой. Я взяла 3 пачки. 2 будут домой и 1 в садик сын на день рождения. Да, они смогут там порезать и их есть. Потому что это сосиски как снекис. Их можно не варить. Да, их не нужно не варить, не разогревать. Поэтому будет хорошо. Такие еще сосиски взяла с сыром большие, толстые, полкилограмма.
Вы не поверите, взяла Little яйца, которые десяток, да? Но благодаря приложению Little Plus на них тоже скидка. И цена получается хорошая. 1,59, если не ошибаюсь. Три десятка взяла. Посмотрим с вами чеки потом. И моцареллу тоже взяла на этот раз в Lidl. Это точно так же нам на пиццу. Взяла 6 пачек. Не 6. Тоже с приложением выходит дешевле, чем мы обычно покупаем. И взяла еще в Lidl тирамису. Хотела купить профитроли, но профитроли не было. Такие же делюкс. Взяла тирамису. Вкусняшка. Продолжим. Когда я начала упаковывать нашему сыну подарок на день рождения, мы решили подарить на Рождество пожарную машину, которую я показывала вам в закупке, и парковку от Hot Wheels на день рождения. Коробка огромная, мне не хватило рулона упаковочной бумаги, чтобы ее запаковать, поэтому я срочно в Росман пошла, чтобы взять точно такую же, еле нашла, их почему-то быстро разобрали. Купила машинки Hot Wheels у одного мальчика в садике, день рождения, ну и нас пригласили чай попить, и чисто символически взяла подарок, набор машинок Hot Wheels. Фломастеры для младшего, потому что адвент сапожки, он разрисовывает фломастерами старшего, старший возмущен. Купила личные Power Castle, это довольно-таки хорошая фирма, я думаю, для детской ручки самое то. Взяла средство для туалета. Одна из подписчиц мне как-то его порекомендовала, 00, то, что оно отлично удаляет налет. Оно реально отлично удаляет налет, и этой банки хватает, я не знаю, на очень много, да, если мыть обычным средством, а вот от налета убирать вот этим вообще классно. Поэтому взяла. Тоже от налета взяла жидкое средство от Heitman. У меня сейчас порошок. Порошок отлично справляется. Я за один раз чищу кофемашину, чайник одной водой, то есть одним заходом. А сейчас взяла для нашего кофейного автомата жидкое средство. Удобно, чтобы не растворять. Купила себе палету, чтобы рисовать. Буквально вчера разрисовала еще две деревяшки. Ну и чтобы не на тарелке краску разводить, взяла уже палету нормальную. Купила лак, на этот раз от фирмы Revalmi. Я другую обычно брала в Росман, но теперь решила попробовать эту. Теперь давайте расскажу вам по ценам. Огурчики, смотрите, 1,39 обычная цена, это даже дороже, чем в Эдаке. Но благодаря скидке в приложении Lidl Plus 89 центов получился каждый. Моцарелла аналогично, 89, как везде, но благодаря скидке 75 центов за пачку. Йогурт стоит 39 центов, мне он вышел бесплатно. Сосиски полкилограмма 3,79. Маленькие сосиски по 1 евро 49 центов. Тирамису 2,99. 1,69 паштет, 99 центов это колбаска, яйца стоят 1,99, но благодаря скидке из приложения Lidl Plus получились дешевле, 25,87 заплатила в Lidl и гораздо больше в Росман. Смотрите, так, 1,19 стоит упаковочная бумага, 1,49 лак для ногтей, нет, да, дох, лак для ногтей. Киткат стоит по 1 евро 49 центов, орешки 1,99, 79 центов, рисовые вафли. Чай по 2,29, никаких скидок, именно скидочной цены нет, да, только то, что все из приложения будет ниже вычитаться. 49 центов батончики, 2 и 4 по 35 центов, которые вот эти фруктовые, да. 6,99 стоят машинки Hot Wheels. Еще вафельки 2 по 35 центов. Нет, вафельки по 49, а батончики все по 35. Вот так будет правильнее. 2,99 это от накипи, которое средство. 3,99 фломастеры. 2,99 средство для туалета. Ментос 69 центов. И 1,19 доска, да, где краски намешивать. 38,92 заплатила бы я, если бы не приложение Росман, потому что с ним я заплатила на 6 евро 60 центов дешевле. Прошла скидка на чай, на 60 центов еще на средства от накипи, 10% на общий чек и еще на орешки 1,49 по 50 центов с каждой пачки, да. То есть это все здорово, классно комбинируется. Еще с приложением Market Guru мне вернется 80 центов, 5 центов из приложения Шмегл. Классно, классно, классно. Это еще не все. Я была сегодня в Крамкисте. Там взяла книжку про Бетобин. Такую еще книжку про викинга.
книжку про животных из Макдональдса, да, она тут, вот даже смотрите, с чем-то внутри, с какой-то подделкой, какая прелесть, я даже не заметила. Ну, ладно, это не важно, главное нам книжка. Купила шапку новогоднюю, я хочу смастерить снеговиков больших на улицу, не знаю, получится ли у меня в этом году, в этом сезоне. Если получится, хорошо, если нет, шапка будет на следующий год, да, но она сувенирная, понятно, не для ношения, а вот для украшения, то, что нужно. Взяла 3 бокала для пива под девизом, но почему бы и нет, по пол-литра, 3 больших бокала, без рисунков, не сувенирные, носочки, вы не поверите, крамкисты, да, смотрите, 39-42, новые, как так и надо. Еще взяла кучу пластиковых стаканов. Смотрите, 6 маленьких и 3 больших, потому что наши потерялись после последней поездки, когда сын классом ездили, мы не подписывали их, ну и кто-то где-то какие-то забрал. Купила игрушку там же новую для собаки. Смотрим, да, все вышито, никаких мелких деталей, которые можно отгрызть. Она шелестит, она пищит, собака будет в восторге гарантированно. И, конечно же, декор к Рождеству и Новому году. Я взяла очаровательных снеговичков. Они будут у меня стоять на улице, на подоконнике. Буду сегодня все тоже украшать. Свечка тоже в виде снеговичка. Этот снеговичок свечкой стоял вот в этом паровозике. Паровозик тоже классненький, красивенький. Вот так вот он стоял. Прекрасно подходит. И... такую еще взяла тарелочку, тоже сюда свечку ставить. И все, это мне обошлось в 3 евро. Да? Носки, декор, шапка, бокалы, стаканы. Все вместе взяли с меня 3 евро. По-моему, отличная цена. Ну, большое видео тоже вам не стала делать, но показать все равно хотелось. Спасибо вам за просмотр, на этом у меня все. Постараюсь, как я уже сказала, снимать видео регулярно, но получается как получается. Я желаю вам всего хорошего. Пока-пока. Вот, смотрите. Это почти полный рулон бумаги, да? То есть вот мне его хватило вот так и вот до сюда. И вот этого куска мне не хватило. Буду делать Франкенштейна, потому что ширины бумаги не хватает еще полностью обернуть. Вот такую парковку мы взяли от Hot Wheels младшему сыну на день рождения драконом. У нас примерно вот, наверное, раза в 3 больше машин, чем вы видите здесь нарисованными. В самой коробке всего 2 машинки. Высота 90 сантиметров будет вот у этой парковки. Я не знаю, что это за ребенок наш. Уже сколько? 120 сантиметров, да? То есть парковка не будет ему до шеи. Ну, это и не важно. Главное, удовольствие.